Я продолжаю влог. Я убралась на кухне. Сегодня у нас 7-е число. Постелила новые вот эти вот, которые покупали в Икее. Показываю все как есть вам. Намыла посуду. И Сережа завтра выходной, он отмоет плиту, потому что средством, которым пользуемся, я задыхаюсь, и плита для меня это слишком ад, если чистить, если она очень загрязненная. Сейчас я жду Сережу, он едет со вкусными вкусняшками домой, чтобы мне покушать ему. А еще второй или третий день подряд я делала цветы под кондиционером. И поэтому, сидела в той комнате, где кондиционер. Я себя очень сегодня плохо чувствую, очень болит горло, но я уже взяла сосачку, Strepsils Intensive, она более-менее так мне помогла. Что еще? Все равно какой-то упадок. Сегодня вечером поеду Тане ресницы снимать, это Сережина сестра. Вот поедем к ним, я сниму ресницы, немножко у них посидим. Завтра поедем на дачу. Бабушка пойдет с Сережей за грибами, а я буду сидеть там на даче, потому что я не очень люблю ходить за грибами. Я их подожду там. Делала ногти, сделала только по 2 пальца на одной, на другой руке, маникюр я имею в виду. А вот эти я не осилила, у меня устала очень сильно спина, заболела шея, и я решила, что я доделаю потом, и пошла монтировать влог. Смонтировала влог с годовщины свадьбы, вот сейчас он смонтируется до конца, и я выложу наконец-то его. Влог очень интересный, красивый, там такой красивый влог получился. Все так нежненько, красиво получилось. Хорошо, хорошо мы посидели. Нам Сереже понравилось, как мы посидели. Девочки, я тут делаю сейчас себе кофе, занимаюсь ноготками. Попробовала первый раз в жизни сделать укрепление акриловой пудры. Мне очень понравилось. Ноготки получаются очень тоненькими, не толстыми, как я другим гелем для наращивания делала. И еще очень красивый вот такой я себе сделала цвет. На телефоне, правда, ой, чуть не уронила. На телефоне, правда, не так сильно передает фокус, но как-то слабовато. В общем, я делаю себе перерыв между работой. По одному ноготку вот сделала первый, сейчас буду на этой руке один делать, то есть чередовать. Вот сделала вчера маникюр, но ногти длину оставлю так, потом буду подравнивать, потому что у меня вот только большой отличается. Вот такие вот тоненькие, хочу стразинки везде сделать. Будут вот такие зелененькие ноготки, и думаю, что еще на Новый год такой цвет сделаю, очень понравилось. А еще я себе грела молоко. Так, я знаете, как кофе делаю? Я нагреваю себе молоко. Так, сейчас я вам покажу. Кстати, доели кексики тут, которые были с нашей годовщины. Нагреваю молочко и беру другую кружку, сейчас покажу. В общем, в другой кружке у меня кофе и сахар. И потихонечку выливаю молоко из другой кружки. То есть я в микроволновке разогрела, только надо попробовать, вроде горячее. И все. То есть у меня получается не кофе, а молочный напиток. Потому что кофе я почему-то пить не могу, не переношу. И получается у меня просто кофе молочное из молока. Вот так я пью кофе. Его кофе мне нельзя. Я сейчас ноготки доделаю, вам покажу, что у меня получилось. Продолжаю влог, у нас новый день наступил, я вчера убиралась, Сережа у меня на больничном с рукой, я вам потом расскажу, все, он меняет место работы, потому что ему там очень тяжело работать. Вот, и у нас тут была вчера перестановка небольшая, я хочу в Икее купить корзинки и поменять их. Комод, который стоял на лоджии, я его перенесла, зимой переношу всегда в спальню, для того, чтобы можно было украшать осенью и зимой красиво этот комодик. Вот, сейчас мы поедем в спар, чтобы закупиться. Я уже тут составила список, зашла в приложение спар, добавила в корзину и просто по списку буду собирать. Вот, если не забуду, я поснимаю вам что-нибудь, что купили. И вечером хочу сделать курицу в духовке, покажу вам рецептик небольшой, я показывала уже на другом канале, тоже покажу обязательно. И хочу показать, как у меня сейчас выглядит спальня. Вот так, я там просто сижу, делаю ногти, поэтому у меня на полу коробка стоит от него. Я ногти сделала вот 3, и еще нужно доделать. То есть я между работой в перерывы делаю ногти. Вот эти корзинки, которые у меня их осталось 3, они грязные, такие замызганные, потому что они были на лоджии, там
вещи были, которые там рыбацкие, еще что-то такое, там инструменты, поэтому нужно будет корзинки красивые сюда купить, а наверху я ничего не хочу ставить, ставлю только мамину фотографию и нашу, и все, больше ничего не будет стоять. Мы уже пришли из магазина, я не стала там снимать, потому что у нас много чего было на развес, вот, поэтому было снимать неудобно. Мы сейчас будем кушать картошку с грибочками, вот такой салат, там помидоры, сыр и соус песто. Серёжа будет есть, так, это у нас крылышки, которых можно ставить разогревать, и наггетсы я буду с сырным соусом. Огурчики. Абрикосики. Капуста. Булка с ветчиной. Это я Сережу взяла на утро. Да ладно. Ветчина и сыр. Тихо. Это нектаринки. Че, крылышки тогда не будем ехать? Ой, это. Голень. Замораживаем? Да. И еще один пакет, самый большой. Буду делать мяту. Ой, чай. Блин, что у меня такое чувство, короче, что я это... Пол мыла. Ой, это... Не мыла, это... Подметала волосами. Мята. Чай буду делать. Очень дорогие сосиски взяли. 8 штук, вышли почти на 400 рублей. Дай-ка мне одну штуку. Сейчас прям, может, это поедим? Я не вареный съем. Нет, может, поедим вот это, обожрёшься. Я не обожрусь. Ну, посмотрим. Нет, смотри, опасно, нам. Да, я тебе говорю, это слишком, ты просто голодный. Наш любимый чесночный хлеб. Я готова его прямо сейчас съесть весь. Так, чай. По акции был. Это мне на утро. Тоже спаровская. Я опять уезжаю. Будем сделать... Наверное, это много, на два раза гуляш. Гуляш будем делать. Вот по чеку посмотри, сколько курицы вышло. Масло. Станки. Маска для волос. Вот такая 200, вот. 226. Я же удивилась, думаю, 130. Вот такой кофе, но я так поняла, что его надо холодным пить. Его холодным надо пить? Ну, не знаю. Добавьте холодную воду. Да, ладно. Смотри, новинка, я что увидела. Я еще удивилась, что так курица дешево стоит. Сливочные вафли. Да, сколько тяжелые, нифига себе. Я говорю, она тяжелая. Вот такую кашу. Это моя любимая каша. Вот со сливками особенно. Манго. И это пирог. Чизкейк. Ой-ой-ой. Не могу ее достать. Курица. Сейчас сразу уберем. Картошка. В паре по акции 24 рубля. То везде 50. Очень дорогая. И, в принципе, почти все. Не по акции, на обычном. И молоко. А мы, кстати, все самое большое взяли, поэтому у нас так... Ой, пакет протек. Курица. Ой, да, курица. Ну все, будем с вами прощаться. Увидимся, как буду готовить. Девочки, в этот вечер я готовить не стала. Мы пошли поели и уснули, очень устали. Готовить я буду в следующем влоге. А вечером, на следующий день... После работы я решила убраться, разобраться на кухне. Я убиралась на полочках, все расставила. Я сейчас расхламляю квартиру, поэтому убираю, что мне не нужно, выкидываю, так скажем. Либо переделываю. Много у меня сейчас переделок, которые будут в отдельном видео к осеннему декору. Сейчас очень много того, что я крашу из одного цвета в другой. И я разобрала перед тем, как... И делать декор везде, разобрала полочки на кухне, верхний стол разобрала, все баночки открыла, посмотрела, что там. Поэтому немножко мотивации на уборку.